Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Сыроежка буреющая плодоносит с конца июня, начала июля до ноября, в хвойных и смешанных лесах, в одиночку и группами, образует микоризу с соснами и елями, растет в странах Европы и Азии. Шляпка диаметром 4-7 см, сначала полусферическая, прилегающая к ножке, затем выпуклая, позже выпукло распростертая. Поверхность шляпки гладкая, матовая, в сырую погоду липкая. Кожица шляпки может быть красная, пурпурная, фиолетово-пурпурная, желтовато-коричневая, буровато-оливковая. Ножка высотой 4-10 см, цилиндрическая, более-менее ровная или немного булавовидная. Прямая или незначительно изогнутая, довольно плотная, сплошная, с возрастом немного ватная в середине. Мякоть плотная, белая, беловатая или с очень незначительным желтоватым или красноватым оттенком. С возрастом сереет, на срезе буреет или коричневеет. Съедобный гриб третьей категории. Гриб употребляют вареным, жареным, маринованным или соленым.